Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 26 число. И я вам выскажу некоторые свои мысли. Вчерашний день я наблюдал за происходящим. Собственно говоря, собирал информацию. И мы с вами сегодня посмотрим, что же в мире такого творится. Операция на Украине идет своим чередом. В некоторых украинских и российских, особенно оппозиционных ресурсах, появилась информация о том, что, дескать, российский блицкриг сорван. Но, скорее, это не так. Почему? Потому что, или, по крайней мере, об этом рано говорить. Дело в том, что в 2008 году конфликт с Грузией, когда Россия, так сказать, в ответ на атаку Южной Осетии ввела войска, заняла 5 дней. Но а Грузия, чтобы вы понимали, страна очень небольшая. Украина гораздо больше и по населению, и по территории, поэтому, естественно, что в России требуется больше времени для поставленной цели принуждения к миру, как это было в Грузии. Здесь у нас денацификация заявлена. Сопротивление определенно сохраняется, на некоторых участках оно достаточно ожесточенное, очевидно. По своим ощущениям скажу, что у нас с Севастополя самолетов стало летать гораздо меньше. Сегодня ночью я, по крайней мере, не проснулся ни разу от них. В первую ночь, чтобы вы понимали, они с раннего-раннего утра как начали взлетать, так и не переставали. Второй день поменьше, сейчас вообще не слышно. При этом погода, облачность примерно одинаковая все эти дни. Никаких изменений особенных нет в погоде. Вот, чем бы это можно было объяснить. Очень драматичные, интересные события происходят в мире в целом. Дело в том, что Китай 24 числа, и, в общем, ситуация накаляется до сих пор, активно вводит свои корабли и самолеты в территориальные воды и воздушное пространство, соответственно, Тайваня. Кто не очень знаком с ситуацией, дело в том, что в 49 году в Китае закончилась фактически гражданская война, и коммунистическая партия, победив партию Коминьдан, ну, что в переводе означает национальная партия, установила контроль над континентом, но Тайвань и некоторые прилегающие острова, причем некоторые из них реально очень близко к территории КНР, они остались за Тайванем, или, как официально себя именует данное образование, Республика Китай или Китайская Республика. Что касается исторической еще справки, до начала 70-х в ООН сидел именно представитель Тайваня от Китая, но потом по договоренности, в том числе Америки с Пекином, место это занял представитель Пекина. Значит, собственно, Китай всегда считал эту территорию своей. Он считает, что есть только один Китай, никакой Китайской республики или тем более независимого Тайваня быть не может. То есть он отрицает и посягательство на, так сказать, общенациональный характер тайваньского правительства. Но сейчас на Тайване за это выступает партия Гоминьдан, которая сохраняется. В то же время другая политическая сила, которая как раз сейчас у власти, демократическая прогрессивная партия, она выступает за создание фактически государства, ограничивающего свои претензии самим Тайванем. Вот. Но для Китайской Народной Республики такая позиция даже хуже. Как раз при Гоминьдане, при предыдущем президенте гоминьдановце, состоялась встреча Си Цзиньпина с этим самым президентом Ма Ин-цзю. Это была, по-моему, вообще первая встреча после его гражданской войны. То есть первая там за 80 лет практически. За 70 с лишним. А, значит, война, конечно, пока там не идет. Но активно обсуждается сценарий того, что Китай может в связи с тем, что все внимание привлечено к Украине, начать высадку на Тайване, при том, что сейчас ВВП на душу населения, уровень жизни, да, на Тайване выше, конечно, в среднем, опять же,
потому что в Китае, допустим, в наиболее развитых городах он высокий, но где-нибудь в деревнях, понятно, он низковат. Так вот, по среднему показателю, конечно, уровень жизни на Тайване повыше, но мы должны понимать, что ВВП на душу населения, также очень важный фактор, в КНР сейчас несколько выше. Не сильно, процентов так на 15%. Поэтому сейчас Китай вполне может интегрировать эту территорию. В общем, давно уже Тайваню предлагается интеграция по принципу «одна страна, две системы». И никто не может сейчас отрицать полностью, что случится, что может случиться что-то типа того, о чем у нас сейчас все трубят в связи с Украиной. То есть Украина 8 лет последовательно отказывалась от Минских соглашений, в рамках которых она могла на правах широкой автономии вернуть территорию Донбасса в свой состав. А теперь началась большая войнушка. Китай уже гораздо больше, с 90-х как минимум, со времен присоединения Гонконга, предлагает вот этот вот вариант «одна страна, две системы», то есть уже скоро 30 лет, 25 получается. Но Тайвань до сих пор на это предложение никак не реагирует в положительном ключе. Поэтому ситуация в значительной степени похожа, но только риторика китайцев даже, пожалуй, жестче. Потому что, говоря русским языком, представительница МИДа, госпожа Хуа, заявила не так давно, буквально на днях, что проводить параллели между российско-украинским конфликтом и тайваньско-китайским неправильно и неправомерно, потому что, дескать, Тайвань — это всегда юридически и исторически часть Китая, поэтому, собственно, тем самым она показала, что Китай считает это своим внутренним делом и может в любой момент начать интервенцию с целью присоединения острова. А уже после силового присоединения тут большой вопрос, какое количество автономии получит присоединенный таким образом Тайвань. Очевидно, что как провинцию его, конечно, не будут присоединять, но вполне вероятно, что его степень автономии будет после силового варианта, особенно если это выльется в какое-то мощное сопротивление со стороны тайваньцев, то в итоге итогом этого всего станет, конечно, к сожалению, может быть, изрядное поражение в правах этой территории. Ну и если Россия, в общем, по крайней мере, по заявлениям Путина, на какие-то долговременные территориальные приобретения, ну, за исключением, возможно, Донбасса, не претендует в Украине, целью является, так сказать, смена режима, ну или, по крайней мере, смена ориентации этого режима с постмайданной на какую-то более приемлемую для Российской Федерации, то на Тайване это будет, очевидно, присоединение долговременное, этого никто не скрывает. Китай никогда, в общем, не отказывался от того, чтобы в том числе силовым путем, возможно, решить этот вопрос. Важно также понимать, что Тайвань — это регион, в отличие от какого-нибудь Синьцзяна или Тибета, где значительная часть населения не ханьская, то есть не китайцы. Тайвань заселен по преимуществу китайцами. Там есть небольшое, порядка там, ну если считать всяких смешанное население, может быть, пары процентов населения аборигенного, которое близко населению там того, что мы знаем, страны региона, близкого к Австралии. В общем, Тайвань — это наиболее северный, вот, так сказать, анклав народов Океании, да, которые живут южнее в основном. Так вот, есть там аборигены, но их в процентном отношении очень немного. А в основном там живут ханьцы, ну то есть те, кого у нас принято называть китайцами. Ну и здесь, причем официальный язык на Тайване, он очень близок к принятой в Китае литературной норме. Хотя в разговорной практике, в быту, нередко тайваньцы используют ту самую диалектные формы южные, потому что немало населения там южан. А литературный язык, кто не знает, он все-таки на базе северных диалектов в основном сделан.
Вот, значит, получается что? Что Тайвань, в общем, может вполне быть интегрирован, по крайней мере, с этой точки зрения, в Китайскую Народную Республику. Конечно, когда-то никто бы в это не поверил, но еще там с полгода назад у меня было видео про то, что американцы предрекали нападение на Тайвань. Ну, тогда это казалось чем-то невероятным, сейчас ничего невероятного нет. Еще из сопутствующих новостей здесь следует отметить, что не так давно, буквально вчера, позавчера, пронеслась новость. Правда, она, скорее всего, является вбросом. У себя в Инстаграме я это отметил, что население Береговского района, Берегово — это регион в Закарпатье, район, Береговский район, это Закарпатье, там около 70, ну, 60 с лишним, 70, в общем, большинство населения — это венгры. Венгры, и появилась информация, что они, дескать, написали уже коллективное письмо Виктору Орбану, премьер-министру Венгрии, который должен его рассмотреть вроде бы, да, и принять Береговский район в свой состав. Это все-таки вброс, по крайней мере, официальных никаких про это нету указаний. Это скорее просто вброс с целью там дестабилизации ситуации в Украине. Хотя, если центральная власть сейчас сильно посыпется в Украине, то такой расклад, в общем, отрицать нельзя, потому что Венгрия является очень своеобразным государством в современной Европе. Венгры не отрицают желание пересмотреть Трианонский договор. Это договор, по которому где-то две трети Венгрии, которая, ну, как части Австро-Венгрии, Герцкой империи, ушло от Венгрии в сторону Румынии, Сербии, край Воеводина, ну и некоторых других, ну, часть в итоге оказалась у Украины. И, конечно, такой расклад венгров не вполне удовлетворяет, и нынешнее правительство, оно является как раз таким достаточно националистически настроенным и нацеленным на воссоздание Великой Венгрии. И, в общем, в Берегово много венгерских флагов, венгры поддерживают там венгерский язык и поддерживают там инфраструктуру, строят дороги, строили, по крайней мере, до недавнего совсем времени, поэтому тут дело очень темное, чем это все закончится. По мере распада украинской государственности, если он начнется, пока все-таки контроль со стороны официальных киевских властей сохраняется, если сейчас начнутся переговоры, то, возможно, изменений территориальных особенных Украина не претерпит, но если все начнет скатываться в какой-то хаос кромешный, то Венгрия нельзя отрицать, учитывая нынешнюю позицию, что Венгрия примет в свой состав Береговский район, при том, что он очень такой вытянутый как раз вдоль границы, он очень компактный. Вот. Я лично не верю в то, что, как некоторые рисуют, что Украина распадется там на десяток государств, но какие-то небольшие районы компактного проживания народов, неукраинских, что называется, да, венгров там и кого-то другого, они вполне, это вполне все может быть. Вот. Повторюсь, что я надеюсь, что кровопролитие скоро закончится. Косвенно мне на это указывает меньшее количество вылетов с аэродрома. Дай бог, чтобы одно означало другое. Я соболезную искренне совершенно. Я был против войны на Донбассе и всегда поддерживал население Донбасса. Сейчас мне, конечно, очень горестно, что происходят подобные вещи на Украине, на мирное население, особенно когда падают бомбы. Но будем надеяться на